От арбуза остаются косточки и кожура, от напитков – упаковка. Только она, в отличие от кожуры, разлагается долго и не всегда попадает в переработку. Какой мусор выкидывать и куда, объясняли на эко-пикнике. В Астрахани он проходит впервые. Идея родилась очень просто. Мы захотели сделать что-то доброе для людей, чтобы они сделали для себя маленький мини-отпуск без выезда из города. И самое главное – это мероприятие для тех, кто хочет сделать первые шаги на пути к эко-сознанию. Проект этот добровольный. В организации помогали 16 волонтеров. Для гостей на площади Ленина они организовали около 10 площадок. Для детей – игровые и развивающие, для взрослых – обучающие. Капшеринг, буксвоп, клоскроссинг – эти словосочетания теперь входят в словарь гостей пикника, смысл которой кроется за английскими наименованиями «делиться». Капшеринг – это залоговая тара, это стаканчики, которые мы даем за 20 рублей, которые потом возвращаем, когда нам возвращают стаканчик. Необходимость в одноразовых стаканчиках уходит. За чистоту и безопасность для здоровья стеклянных стаканов беспокоиться не стоит. Моем стаканчики, моются с помощью соды. То есть у нас экологически чистое мытье. По соседству зона вещеворота. Так площадку называют сами авторы проекта. Любой желающий может принести ненужную для него вещь, оставить здесь, и человек другой может взять что-то, что ему понравилось. Суть в том, чтобы люди избавились от ненужной одежды для себя и не выбросили ее, а передали кому-то, кому она может подойти. Здесь же экологическая инсталляция. Комментариев она не требует. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, какие из отходов перерабатывать можно, а какие нет. 35 килограммов мусора в месяц. В среднем столько производит каждый человек. В Астрахани работают более 60 пунктов, где принимают мусор на переработку. Все точки отмечены на карте Greenpeace. Можно выбрать пункт, который принимает бумагу, стекло или только опасные отходы. К ним относятся батарейки, лампы, ртутные градусники. В России первые строчки по переработке раздельного мусора занимает город Мтищи. 93% жителей имеют доступ к раздельным контейнерам для отходов. Данные предоставлены на сайте Greenpeace за 2018 год. Астрахань в рейтинге пока не входит. В Питере, в Москве это актуально. Здесь впервые, но мне нравится. Это действительно интересно как детям, так и взрослым. Как вы думаете, такая идея начнется не в рамках одного дня, но для людей? Я думаю, да, потому что это актуально. Сейчас вообще все за правильное питание, за экологию, поэтому да. Полиэтиленовые пакеты заменили бумажные, одноразовые стаканы – стеклянные. Пикник без пластика удался. Осенью планируют провести еще один эко-день. Анастасия Лонькина, Руслан Срывченко, Центр новостей.